А вы готовы? Да! Весенним субботним вечером в нашем уютном, теплом киноконцертном зале «Украина». Ну и, конечно, прежде чем мы познакомимся с нашими полуфиналистами, мы вместе, по традиции, произнесем заветную фразу для любого КВНщика. Харьков, вы готовы? Мы начинаем! Заводит. Я тебя вот как увидела, прям с земля из-под ногтей ушла. Может, из-под ног? Да нет, слава богу, на ногах у меня ногтей нет. На заборе краской напишу. Анюта, я тебя люблю. Полторуху бахнем на двоих. Я и я. Ну что, пойдем, малая, да? Валя, полегче. Вообще-то у меня отец в зале сидит. Угу. Вообще-то у меня тоже отец сидит. Опа, какая мадам. Девушка, а вашей маме... Зять мне нужен, да? Ладно, вторая попытка у тебя. Так я можу зробити тобі іскусственне дихання. Ти сьогодні мачо, і тітка, поїхали до мене. Може, лучше до мене? Ні, 15 суток я не видержу. Так ти ж молодий. Здоров'я молодим. Даш, а ти поїдеш ко мені за 200 доларів? Насть, а ти займеш мені 200 доларів? Юля, ты если реально хочешь нам помочь, то иди за кулисы, например, переоденься. Ладно, ладно. Но вы еще будете целовать песок, на который... Тихо! Слушай, Юля, с чего ты вообще взяла, что ты Мерлин Монро? У нее были длинные ноги и шикарный бюст. Я базовой комплектации. Ромео и Джульетта, версия мини-банков. Сцена первая. Ромео під балконом. О боже, хто ця тілка, що виглядає краще із Годзіл? І як зовуть тебе, блаженна яушівочка природи? Джульєтта? Коль не для клієнтів? Тоді Наташі кличуть. Наташа, мій день сьогодні був тяжелим, тому нужна ти мені скоріше, як Джульєтта. Давай забудем. О, давай. І почали вони всерйоз будіть. Вконтакті вже СБ стоїть. Вони їдять вже з одної мізки. Ромео проміняв братву на... Сегодня полуфинал, и сегодня мы экспериментировали. Ну, во-первых, действительно, 12 команд, и всегда очень сложно решить, кто же из них должен пройти в финал. И в этот раз мы сделали эксперимент, который не делали очень-очень давно. Мы дали конкурс STEM, который, наверное, в Харькове уже не игрался, ну, лет 5 так точно. А при том, что сейчас в полуфинал попали команды, которые в третий, четвертый выход на сцену, и для них слово STEM – это что-то вообще из разряда фантастики.
И самое интересное, что более опытные команды, наверное, где-то не справились с этим. А вот именно молодые команды написали очень даже интересные, забавные стемы. Ну и визитки, мне кажется, вообще прошли на ура. У стема есть особенность – театр студенческих миниатюр. Ну, как бы бренд остался, сама суть уже давно поменялась. В КВН принято, что стем – это 3 человека на сцене и как бы больше нельзя. Мы от этих канонов ушли. И мы сделали стем, по сути, КВНовского номера. Это обязательная драматургия, это обязательная завязка сюжета, тема сюжета какая-то дается. И за эти 3 минуты они должны развязать этот конфликт, который завязывается. То есть это КВН-номер с драматургией. Вот такая вот сложная штука. Стандартная более команда, потому что у нас есть хадмейкер, это Юля, девочка, которая сегодня играла Голума. Поэтому мы всегда стараемся строить интересное вокруг нее, ну и тем же как-то удивлять, чтобы не было все однообразно, чтобы не повторялось в конце. А чему мы кайфуем? Мы это пытаемся подавать как-то в зал так тепло, чтобы они тоже принимали это хорошо. Но есть, конечно, шутки, которые не заходят. Потом мы злимся на друг друга. Везде зал разный. А есть шутки, которые посредственные. Они должны быть в приветствии для плавного перетекания, все это. И мы на них не рассчитываем. Но заходим, и зал смеется. Не, авторов нет. Не завлекаем авторов, как бы. Но есть редактора. Люди, которые непосредственно нам помогают. Самое главное, что у нас в лиге существует. У нас же команды не выпадают из полуфинала. Все, они не ушли в небытие. У нас будет 1 апреля Кубок смеха, где все эти команды смогут принять еще участие в Кубке Кубков в мае. Поэтому финал – это еще не предел, финал – это только начало. Мы ждем вас 30 марта здесь, на Востоке, 1 апреля на КВН-овском Кубке, Кубке смеха. Ну и, конечно, на финальной игре 13 апреля на играх Харьковской открытой городской молодежной лиги КВН.